Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Volkswagen Polo. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую заднюю арку. Это максимально мы обработаем поверхность металла арки. Наносим мы его с пульверизатора. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Толщина данного компонента достигает 4 мм. Сейчас ждем немного, чтобы это все подсохло, чтобы собрать подкрылок, установить колесо. Ну а пока ждем, мы клеим в подарок штатные подкрылки таким вот шумовибропоглотителем. Он двухкомпонентный. Черный — это у нас вибропоглотитель, серый — это у нас шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Так работают. Так выглядит, вернее. Обработанные арки. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!